Бюро находок ищет. Паспорт, медполис и страховое свидетельство Хайруллина Айдара Робертовича утеряны 15 апреля обещанного вознаграждения. Паспорт и медицинский полис Данилова Дениса Александровича утеряны 10 апреля обещанного вознаграждения. Черный кошелек с водительским удостоверением и банковскими картами Мусина Вильдана Хамитовича утерян 18 апреля в районе ТЦ «Аркада» обещанного вознаграждения. Ключ с брелогом сигнализации «Томагавк» от автомобиля «Форд» утерян 18 апреля на проспекте Мира или у ТЦ «Аркада» обещанного вознаграждения. Черную барсетку с паспортом, водительским удостоверением и другими документами Щербенева Алексея Николаевича утерян 18 апреля на городском кладбище обещанного вознаграждения. Паспорт и другие документы Касимова Н.Ж. Раифовны утеряны 16 апреля в районе Спортивной 3 обещанного вознаграждения. Черный портмоне с пропуском ПАО НКНХМ банковскими картами Гирфанова Рустема Задитовича утеряны 19 апреля на проспекте Мира обещанного вознаграждения. Черную сумку с документами на имя Ахметшиной Снежаны Ивановны, оставленную 11 апреля, возможно, в легковом автомобиле при поездке от поселка Красный Ключ до Строителей 30 обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням. В бюро находок имеется. Ключи от квартиры красные домофоны найдены в районе КТ «Джалиль». Женская ночная рубашка найдена 18 апреля на остановке в районе ТЦ «XL». Аттестат о среднем образовании и диплом о профессиональном образовании Зайдуллиной Лилии Расильевны найдены по Корабельной 28. Коричневая ключница с ключами от домофона черный и синий найдена в районе школы номер 25. Серебряный крестик распятия найден в магазине «Полушка» ТЦ «Бизон». Электронная карта школьника на имя Эльдарова Эльсияр найдена 10 апреля в районе ТЦ «Шатлык».